Здравствуйте, дорогие друзья, зрители нашей онлайн-трансляции «Эластика». Первый день нашего почти завершающего летнего сезона, летнего весеннего. У нас команда «Альфа» играет с командой «Легион». Как вы могли заметить, «Альфа» у нас в темно-синей с желтыми полосками, а «Легион» в синей форме. За «Альфу» сегодня сыграют в воротах Николай Домонтович, Роман Мамчур, Ярослав Коваль, Мурат Абакаров, Ярослав Сошка, Василий Рущак и Александр Беширов. И первый гол есть у нас как раз таки от Беширова. Вот так, пока представлял составы команд, уже я оформил Беширов первый свой мяч. Вот только с передачи кого, не особо я заметил, пока представлял составы. За «Легион» сегодня сыграют в воротах Вячеслав Назаренко. Защитить его будут Олег Буслюк, Алексей Гадына, Григорий Кириенко, Богдан Будников, Даниил Барахтян и Матвей Плужник. Успехов и удачи командам пожелаем. В любом случае, на камере с вами Евгений Лавренов. Будем наблюдать сегодня за этой прекрасной игрой. Да и, в принципе, весь день с вами будем наблюдать. Рад всех приветствовать, кто у нас присутствует на трансляции. Спасибо всем огромное, что остаетесь с нами. Очень-очень приятно. Так, ну что ж, погружаемся в игру полностью. Лужник. На мяче Матвей пытается пройти двоих, не получается. Коваль здесь, как обычно. Это Рущак Василий, да, не заметил я маленького минуса, который поставил Коваль Ярослав. И его, по всей видимости, не будет. Альфа тем временем в атаке. Мурат Абакаров. Через назад не получилось. Коваль, хорошо, на Беширова. Еще дальше. Коваль, Беширов. Один, совершенно один здесь Беширов. Но справляется оборона команды «Легион». Убивает мяч на угловой. Беширов, Коваль. А что они проспали так? Смотрите. «Легион» совсем не проснулись. И на самом деле даже их тактика не помогает. Это что-то непонятное на самом-то деле. Проспали, проспали, ребятки. Буслюк. Дальше не проходит передача от Будникова. Дальше. Гадына ошибается. Хороший удар от Мамчура. Еще один завершающий, но мимо ворот на этот раз. Буслюк. Есть Плужник рядом, он получает передачу. Матвей, Коваль против него. И Коваль все-таки остается проигравшим в этой ситуации. Плужник на перекате пытался убрать Мурада Абакарова. Не получилось. Абакаров смещается вправо, хотел сказать я, но отбирает у него мяч. Буслюк, хорошо. Гадына. Нужно забивать такие мячи. Неточная передача. Абакаров красиво отдает передачу на Беширова. Снова Мурат, снова Беширов. Но уже не на ход. И атака немного захлебнулась, к сожалению. Снова Буслюк. Смещается в центр. Удар от него. И блокирует Ярослав Коваль. Передача. Сегодня такой у нас будет достаточно насыщенный день. С часу дня будут у нас записи матчей на втором поле стадиона «Меридиан». Ну, посмотрим, как оно будет. Хорошая сейчас задумка от Мамчура, но слишком сильно для Коваля. Да, подскажите, пожалуйста, нас смотрит пока что 4 человека. Как вообще картинка, как звук, все ли вас устраивает, все ли хорошо? Это действительно очень важно. Буслюк. Олег. Никак, вот не могут выйти со своей половины поля, и здесь же
Коваль. Прошу прощения, 10 номер Григорий Кузьменко. Не совсем разобрал я здесь почерк Матвея Плучника. Поэтому прошу прощения, у десятки команды Легион. Вот Кузьменко сейчас мячом и ошибается. Кстати, он, Коваль, удар от него. Ну и кипер как-то не уверен. Руслан Назаренко. Ах, Кузьменко запутался. Нет, это не Кузьменко был, это Кадына. Запутался в своих ногах, к сожалению. Ошибается Домонтович, но и Матвей Плужник тоже. Не удалось ему пройти дальше. Будников. Хорошо по флангу. Барахтян ошибается здесь. Это был все-таки Барахтян, не Гадын. И Будников. Отлично Олег играет. Бакаров. Время уже идет. Нет, запросили 5. Мамчур. По флангу Мамчур пытается пройти. Ошибается и забирает у него мяч Кузьменко на пару с Барахтяном. Плужник Матвей в центре. Он может показать чудеса дриблинга. Да, вот Матвей Плужник, удар от него. Блокирует мяч. Все, спасибо большое. Спасибо. Даже из Литвы. Ай-яй-яй, как сейчас вот промахнулся по мячу Кузьменко. Барахтян, прошу прощения, семерка. Команда Легион. Спасибо большое за обратную связь, дорогие друзья. У нас Сошка. Ну, против него Будников отлично поборолся. Передача на Кузьменко через назад. Будников сегодня вот в роли такого кудесника заднего плана подчищает за своими партнерами по команде, если вдруг что-то не получается впереди. Удар от Кузьменко! Жестко, но Будникову нужно вставать. Будникову нужно вставать. Домонтович получил там оплеуху. Ну, не очень приятное столкновение, но... с мячом Мурат Абакаров. По флангу хорошо. Ярослав Сошка. Дальше на Ярослава Коваля. Коваль с мячом. Мурат Абакаров. Здесь уже и Мамчур подключился. Через назад Абакаров. Центр, Яр, Мамчур. Распогодилось у нас немного на стадионе Меридиана. И это фол для Легиона. Коваль. Снова Мамчур. Дальше. Ну, помешал, мне кажется, здесь Коваль Ярославу Сошка, но... И мяч переходит к Легиону. Кузьменко. Кузьменко по флангу туда на Будникова, но, к сожалению, не проходит эта передача. Ой, как хорошо распогодилось, солнышко. Ну и что-то не то сейчас. Получилось у игроков Легиона. Жестко, но Коваль остается с мячом в этой ситуации. Вдвоих обыграл, а Абакаров. Абакаров умудрился развернуться, но там Будников не дает ему пробить поворотом. Абакаров на Коваля. Коваль убирает под себя. Коваль! И как это было красиво. Молодцы, штурки! Молодец. Продолжаем. Красиво было от Коваля с Абакаровым. Сориентировался. Сориентировался Коваль в этой ситуации. Я думаю, даже можно рассмотреть этот гол на один из топовых, так как очень хорошо сориентировался Коваль в ситуации. Мимо двоих игроков пробросил мяч на перекате и красиво парашютом отправил его в ворот.
Шираф мяч убивает за пределы поля. Легион с мячом, Лужник. Смещается в центр на Кады, но нужно уже бить. Здесь, мне кажется, ошибся здесь Алексей Гадына. Нужно было бы сразу ударить по мячу, но выбрал все-таки отдать передачу на Будникова. Ну и тот, к сожалению, не воспользовался моментом. И что, Мамчур получил какое-то повреждение, но Абакаров только сел на отдых. Коваль жестко против него, но остается с мячом Ярослав Коваль. Минус два. Вот так вот по флангу. Удар от него слева и достаточно опасно. Ну вот вы слышали Гадыну. Нужно сыграть немного пошире. Будников, хорошая передача на Кузьменко. Здесь ошибается. Не собрались немного Легион. Мамчур. Ну, отдавал туда носочка передачу на Ярослава, но тот не сориентировался и вовремя не выдвинулся на эту передачу. Кузьменко на Плужника, тот пропускает, а Будников не ожидал такой передачи, но все-таки заработал аут для своей команды. Гадына Алексей. Плужник Матвей. Пытается как-то на замахе убирать своих оппонентов Матвей. Будников по флангу прорывается. Удар от него достаточно опасно, но жалко, что мимо. И у нас небольшой тайм-аут для команды Альфа. Так ты не понял, я его отобрал карты, разворачивался на мне. Давай, зажимаем. Давай, ну что, у нас отворот. Команда Альфа. Мамчур в центр. Коваля. Коваль ошибается, но здесь завалился Плужник. Чисто был отбор. Нужно было продолжать играть, но равновесие потеряли игроки. Коваль Ярослав. Хорошая передача туда на Сошка. Будников. Диагональная сюда на Кузьменко. Тут дальше на Плужника. Сохраняется мяч в игре. Кузьменко. Туда прострельная передача. Но Будников был не в то время, не в том месте. Контратака от Альфы. Кузьменко успел выставить корпус, и 2 в 1 сейчас выходит, и Будников, удар от Плужника. Ну вот, я думаю, вы сами все слышите сейчас. Да, и была рука сейчас у Кузьменко в непосредственной близости от ворот своей команды, но... Будет тяжело, конечно, сейчас ретироваться игрокам из команды «Легион», потому что два мяча, они уже горят. У нас 6 минут до конца, даже 7 минут до конца первого тайма. В принципе, 2-0 не такой уж и сильный счет. У нас Мамчур, как обычно. Без носка, удар от него сильный. Вратарь отбивает. Мамчур через назад. Коваль. Ну, вот сегодня как-то и Сошка никак тоже не может включиться в игру своей команды. Обычно он более активен.
Коваль на втором этаже выигрывает. Подхват за Будниковым. Будников. Домонтович. Красиво Николай сыграл. Встречай! Покаров. Нет, ошибается здесь Мурат. Лучник. Сашка против него. Дальше тоже. Пуслюк. Ну и не добегает. Не добегает Кузьменко до своего мяча, до своей передачи. Мурат Абакаров с мячом. Заброс сюда на Сошка. Но вот сейчас может включиться, иритируется. Вот и включился, иритировался. Сошка забивает еще один мяч. Показывает большой палец своему партнеру по команде. Ведь передача тоже была достаточно красивая. Бар, сделай что-то себя. Не дай. Лужник. Пас, пожёстче, пас. Чуть-чуть не в камеру. Присыкать. Ярик, стой. Да ну. Лужник туда на Парктяна, но тут не успевает зацепиться за мячом. Ярик, подошёшься. Пуслюк. Пуслюк, прорыв по левому флангу. Абакаров. Красиво. Все как по учебнику, как учили. Привет, привет, Дима. Рада всех приветствовать. Я рад всех приветствовать, друзей, кто смотрит нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что остаетесь с нами. Нам очень приятно. Тем временем, для тех, кто только присоединился к нам, да, у нас 3-0 в пользу команды «Альфа». Вот сейчас и могло стать 4-0. И у нас 4 минуты до конца тайма первого. Будем... Все так же вот приезжал, когда на стадион. Все... Умолял Вселенную для того, чтобы... Это жестко. Умолял Вселенную, чтобы немного распогодилось, потому что в последнее время в Киеве как-то совсем с погодой не очень, и приходится сидеть под дождем. Делает сейф сейчас кипер, помешал ему там немножко Беширов, но извинился. Сыграл команды «Альфа». Хорошо, передача на Барахтина была, но Коваль тут как тут. Просит гады на 5. Разыграли. Бьет Алексей. Попадает тоже снова в Коля. Это уже аут. А вот здесь Плужник может что-то придумать со своими качествами дриблинга, но не придумал, к сожалению. Может что-то посчитать, что это комментаторский штамп. Но вам, наверное, показалось. Через назад сыграли, через кипера. Ну, пытался сейчас пробивать Назаренко, но... Мимо ворот. Рахтян первый на мяче. Буслюк через назад. Матвей Плужник. Снова Рахтян. Уходит в центр. Сейчас 7-й номер. И ошибается Коваль. Опять-таки Коваль забирает мяч. Сошка на Коваля. Коваль на Сошка. Ей нужно завершать. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошая перспективная атака. И это второе касание сейчас для вратаря команды «Легион». Красиво. Разыграли сейчас трио. Абакаров, Коваль и Манчо. Надо было решить. Счет 4-0.
Вот сегодня как-то не скупится плужник Матвей слов. Не совсем приятных для своих партнеров по команде, да, в принципе, и Гадына тоже. Ну, что поделать, это игра. Нужно собираться, нужно тренироваться. Он как молодое поколение на соседнем поле. Ребятам по 7 лет тянутся. Точно так же нужно и старшему поколению собираться, играть, наигрывать комбинации. Да, Мантович тем временем на Сютана Беширова. Гадына первый на мяче. Бакаров. 25 секунд у нас до конца первого тайма. Рахтян назад пустил. Беширов отбивается. Заренко. Рахтян. Услюк. Передерживает мяч уже. И время сейчас закончится через 5 секунд. Услюк загрузил на Гадына. Ну и заканчивается время. Заканчивается время первого тайма. 4-0 у нас в пользу команды «Легион». Есть уже небольшие даже пререкания. Ай, Гадына получил. Сейчас будет отложенный фол. Лежит шестой номер. Будет штрафной удар для игроков команды «Легион». Посмотрим, что они придумают. Буслюк на точке ударит него низом. Ну и там уже мяч, мне кажется, даже не шел в ворота. Можно было бы его не трогать. Матвей Плужник. Буслюк снова низом. Серия рикошетов. Томантович выбивает мяч. Вытянулся в струнку. И выбивает мяч за пределы поля. Ну и снова «Легион» будет в контратаке. Посмотрим, что придумает. Не проходит мяч на Рахтяна. И это аут тоже для синих. Буслюк пытался вырезать там на Рахтяна, но не получилось. Мурат Абакаров. Все. Оттолкнули его от мяча. Отворот будет. Вот, прошу прощения за такую тавтологию. Плужник Матвей мяч принимает. Рахтян пытался туда отдавать борьбу или на дальнюю штангу, но, к сожалению, ничего не получилось. Для тех, кто только присоединился, у нас 8 человек. Спасибо, что вы с нами. Счет 4-0 в пользу «Альфы». Они выступают в темной форме, темно-синей, с зелеными полосками «Адидас». Друзья,
Мамчук. Слева первый на мяче. Ну вот здесь, мне кажется, сейчас Легиону не хватает какой-то химии на поле. Да? То есть они не слишком сильно и ругаются, но видно, что не получается и перед друг другом немного жадничают. Блять, пас к низам отдавайте. Все нормально, все хорошо. Выше. Снова Буслюк. Это удар прям в руки Давантовичу. Буслюк первый на мяче. Передача на Алексея Гадыну. Через назад. Снова Буслюк. Ух ты, хорошая передача туда, на Кузьменко. Но Давантович первый на мяче, потому что он повыше будет десятки команды Легион. Буслюк снова. Нужно проснуться сейчас игрокам Легиона, если они хотят ретироваться и выбить хотя бы статус-кво. Буслюк пытался вырезать туда на Кузьменко, не получилось. Мурат Абакаров перехватил. Мамчур хорошо на замахе сейчас убрал одного соперника. Мамчур, удар от него. Вратарь на месте, выбивается мяч на боковой удар. Аут. Мурат Абакаров. Мамчур. Вот здесь, мне кажется, заигрались сами с собой. Игроки команды Альфа. Ага, желтая карточка у нас для Будникова. Неправильная замена. Для Будникова неправильная замена и желтая карточка сейчас для 26 номера. Он сейчас как раз с мячом. Ошибается Гадына, Абакаров, но Гадына здесь вовремя ретировался и мяч выбивает из-под ног Мурада. Это угловой для команды Альфа. А вот здесь Мамчур крадется по правому флангу. Может и ударить, можно и разыграть хорошо. Беширов. Мимо ворот. Хотя нет, даже не мимо, все-таки дотронулся, да, кто-то там из игроков команды Легион, я и не заметил. Да, снова угловой, по всей видимости, Назаренко сыграл все-таки, дотронулся кончиками пальцев до мяча. Коваль. Мамчур. Ну, здесь... Дожали сейчас своих оппонентов игроки Легиона, Гадына и Кузьменко. Заброс вперед. Здесь никого, к сожалению. Мамчур первый на мяче. Коваль совершенно здесь один. Убирает одного. Удар от Коваля. Кипер на месте. И выход. Ну, уже 3 в 2 от команды Легион. Но Барахтян до мяча не добегает. Давантович. Ошибка от Николая. Ну и ошибка от Кузьменко. И отложенный фол для команды Легион. У нас еще 14,5 минут играть. Ну и забитым мячом для... Легиона пока и не пахнет, к сожалению. Мамчур на точке. Удар от него. Четко мяч в лузе. И еще один гол для команды Альфа. И у нас тайм-аут для команды Легион. И запрос Манишки был, да. И Буслюк становится пятым игроком, выходит. Это пятерка, да, Гадына, Плужник, Буслюк, Барахтян и Будников.
Возвращаемся в игру. 5-0 у нас счет. 14 минут до конца. Пока что Легион горит. Горит. Может быть, даже каким-то ярким пламенем. Лужник. Мне нравится, что Альфа очень спокойно в этой ситуации. Правильно реагирует на какие-то свои ошибки. Буслюк. Дамонтович, ну и разряжает ситуацию Беширов. Буслюк. Через назад Гадына. Вот еще дальше. Снова Гадына. Снова Олег Буслюк. Потихоньку подбирается к воротам. Ну, принесет ли это свои дивиденды? Хотя бы один. Я думаю, один мяч все равно должны забить команда Легион. Наиграли они все-таки на один мяч. Буслюк рядом со штангой. Лужник пытается уйти, пытается дриблинг показать, показывает, но на мяч наступил и, к сожалению, ну и у Альфы ничего не получилось, так что все обернулось для Легиона хорошо. Снова контратака. Точнее, какая контра, позиционная атака от игроков команды Легион. Дамонтович просто сюда вперед. Ну и это мимо. Снова Легиона везет. Лужник. Буслюк. Снова Матвей. Ух ты, неприятный удар для вратаря такой. С небольшим рикошетом. Там прижал, давай. Дамонтович справился. Ну и на самом деле, я не знаю, то ли мне так кажется, то ли так действительно произошло. Вот с появлением пятого игрока на поле игра только и подуспокоилась. Хотя должно быть все с точностью наоборот. Сошка! Ой-ой-ой-ой-ой! Был мяч. Был мяч, отсюда было тоже видно, пересек мяч ворота. Ну давай посмотрим, но я уверен на 97%. Давай. Время, Артур, пожалуйста. Там за линией мяч. Засняло, да? Да, там за линией был мяч. За линией мяч. Да, ну что ты, ты поближе подойди. Там уже, ты по резинке сюда, понял? По резинке, я сюда по резинке. Все, давайте, выходите.
Там чистый был. Да, гол засчитан, воспользовались игроки варом. Было немного, мне видно с моей комментаторской позиции. Сошка, еще один шанс не использует он. Угловой для команды Альфа. Антович вовремя снова. Вот такой вот фэрплей от команды «Легион». Было столкновение Домонтовича вместе с Кузьменко, Парахтян. Здесь выбрал, мне кажется, самый сложный путь Парахтян. Передача на Плужника. Спокойно через Парахтяна. Гуслю появился на поле. Удар от Олега. Домонтович снова на высоте сегодня. Есть все шансы у Николая. Да, прошу прощения, оставить, наверное, сегодня ворота свои сухими. Ну, посмотрим. Еще, в принципе, игра 9 минут. Как оно будет? Сошка забивает. 10 лет, блядь, нужно сигареты поступить, блядь, показать, но куда другую сторону. Да хуй на сторону. Мы за свои пошли, мы за кабину. Полная такая дезмораль у команды «Легион», у Плужника Андрея. У них сегодня, если не ошибаюсь, 3 игры за день. Плужник красиво, удар от него, рядом со штангой проходит мяч. Коваль остается с мячом, будет отложенный фол для «Легиона». Их уже будет их 3 в этом тайме. Манчур хорошо на Сошка, не проходит передачи, ну и Домонтович снова. Коваль. Барахтян. Устюк. Но Барахтян. Не точно. Не точно передача, не точно удар. Воротник нет. Если он кинул вот сейчас. Оп. Гадына. Ошибается Гадына здесь и попадает мяч в арбитра за пределами поля. Коваль. Туда вперед на Сошка, но Буслюк первый на мяче. Очень как-то спокойно сейчас стало на поле на самом деле. Да, для тех, кто только присоединился, 7 минут у нас до конца игры остается, и 7-0 команда Альфа побеждает сейчас «Легион». Как он вел? Буслюк через назад, Кузьменко. Снова Олег. Гадына, мяч принимает, оставляет его в поле, отлично, Барахтян. Гадына, ну Алексей, нет. Не спеши. Кузьменко. Барахтян, снова Кузьменко. Контролирует мяч команда «Легион», вот пытается как-то найти с помощью пятого подход к воротам команды «Альфа». И, к сожалению, то ли к счастью,
Забивает Коваль еще один мяч. Ошибается Плужник в центре поля. И счет становится 8-0. Ну что, дойдем до 10. А мне жало. Дойдем. Совершенно выглядят подавленные, к сожалению, игроки команды «Легион». Мне кажется, только один Гадына с Гусляком и заряжен сегодня на победу. И заряжен вообще сегодня, в принципе, играть. Вручающе. Плужник. После УК снова Плужник. Матвей. Лужник сюда отдавал на Гадыну. Хороший заброс, но Беширов здесь был первый на мяче, и поэтому выбивает в аут. Снова Гадына. Рахтян. Гадына. Удар сразу. Но... Дамонтович. Беширов. Хорошая передача, но Ярослав Коваль-то не побежал в тот сектор. Буслюк. Центр на Гадына. В касание. Плужник Матвей. Нужно забивать хотя бы «Легиону» один. Совсем по нулям счет. Вроде получается и выходит. И есть комбинация, но, к сожалению, вот что-то не подходит. Вот что-то не идет. Буслюк. Противоположный фланг. Барахтян. Гадына. Будников. Снова Олег Буслюк. Контроль мяча от команды «Легион». Смещение в центр от Алексея. Буслюк. Еще хороший удар. Попадает в Абакарова. Гадына. Будников. Снова Гадына. Отдавал на Плужника Гадына. Не проходит эта передача. Но сразу же поборолся здесь Алексей. И мяч, к сожалению, отдается команде «Альфа» для «Легиона». Мамчур остается с мячом. Снова Мамчур. Удар от него. Ну, уже максимально расслабленные игроки команды «Альфа». 3 минуты до конца. 8-0. Я думаю, судьба этого матча более чем решена. Буслюк. Хорошая диагональ на Плужника. Я думаю, вы все видели. Эти эмоции Буслюка и... Это угловой. Кошелка. Кошелка. А вы не играете? Нет? Так у вас через 10 минут. Давай доиграем. А, он пошел 3. Кузьменко. Не проходит передача на Абакарова. Дальше Коваль. Хорошо. Мамчур выходит на Заенко вовремя из ворот. Будников. Может быть, вот сейчас. Кузьменко. Гадына. Гадына. Хорошо на Будникова, но вот жестко не поставил корпус. Сейчас 26 номер. Гадына. Удар от него. Дамонтович. Алексей Гадына. По флангу Будников. Удар от него. Дамонтович играет снова на выходе. Снова Гадына. Удар от Алексея. Свалился мяч с ноги. Минута до конца у нас.
Здесь, ближе, ближе, ближе. Ближе, да, я напомню для через зрителей, YouTube зрителей наших, да, что если пробивается свободный удар, то мяч не засчитывается, да. Абакаров. Ну, здесь решил уже Абакаров тоже мяч подержать. 3 секунды играли, пацаны. Счет позволяет, время позволяет. Парахтян, ну может быть сейчас удар от него. Нужно хотя бы один. Кузьменко удар. Коваль блокирует. Парахтян упустил. Будника. Перехват от него. 15 секунд до конца. Ну давайте хотя бы один, легионовцы. Будника. Кузьменко. Кадына, нужно уже пробить, мне кажется, Кузьменко! Есть! Буквально на последней секунде мяч забит. Не удалось Давантовичу засушить этот мяч. У нас счет 8-1, команда Альфа побеждает.